Добрый день, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в Руставе, около колонии номер 12. Это то самое пенитенциарное учреждение, где находится третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он уже больше чем 20 дней ничего не ел. Когда долго длится больше 20 дней. Состояние его здоровья ухудшается, как отмечают личные врач и члены консилиума, который был создан, в составе которого представители различных медицинских сфер, различные врачи, отмечается, что параметры определенные находятся на критическом уровне, и поэтому он нуждается в оказании медицинской помощи. Власти заявляют о том, что в случае необходимости госпитализации его переведут в тюремную клинику. Но адвокаты Саакашвили и его соратники требуют, чтобы он был переведен в частную больницу, в многопрофильную клинику, то есть в ту клинику, где проходят лечение обычные люди, а не заключенные, а в случае необходимости там, где заключенным тоже оказывают медицинскую помощь. Ну вот, здесь обычно два раза в день проводятся акции протеста сторонников Саакашвили до и после того, как заходят адвокаты или же личный врач. Ну, сейчас здесь очень такая плохая погода, холод, ветер, и поэтому практически никого уже здесь сейчас нет. Вот флаг «Свобода Миши», вот он рядом с флагом Грузии. Ну вот это приемная, откуда проходит на территорию учреждения врач, адвокаты. Вот эти вот ворота, вот многие уже вот видели в эфире, они целый день практически крутятся по телевизору. Ну, а вот там вот непосредственно уже корпуса. И вот из одного из этих окошек вот тогда и показал сердечко Михаил Саакашвили своим сторонникам, которые здесь собрались на акции протеста. Дело в том, что камера Михаила Саакашвили не выходит вот сюда, в сторону улицы, она выходит во внутренний двор, там, где расположена администрация, административный корпус, но вот он проходил какие-то процедуры, потом было сказано, что он купался в бане, в душевой, и когда услышал, что скандируют его сторонники, то он показал им сердечко и помахал рукой, и телекамеры даже успели его зафиксировать. Вот такова ситуация здесь, перед тюрьмой, перед колонией номер 12 города Руставе. Здесь дежурят патрульные машины. Но в целом ситуация здесь такая спокойная, нормальная, ничего такого не происходит. В ближайшие часы должно быть уже понятно, станет понятно, Саакашвили переведут или нет в больницу, в какую больницу переведут. Это будет тюремная больница в Гылдане, либо это будет какое-то специальное медицинское учреждение в Тбилиси, где проходят лечение обычные пациенты.